Приветствую вас всех. Разрешите представиться. Меня зовут Жанна. Вот уже 15 лет, как я проживаю в одной из прекраснейших стран мира, ну, по крайней мере, в социальном плане, Финляндии. То, что мне не хватает, это как раз в жизни, это море, солнце, вот эта атмосфера юга. И я загорелась на какой-то момент, когда я это поняла, покупкой своей какой-то недвижимости, своего жилья в Испании. И на данный момент я как раз вот сижу на чемоданах, я собираюсь в Испанию. До этого я прошла курс у Оксаны Майковой. Моя знакомая москвичка, она посоветовала мне Оксану, порекомендовала, так как знала о моих планах и сказала, что есть вот человек, который, так сказать, как раз занимается консультированием и предлагает услуги консультационные, именно оказывает по вопросам приобретения жилья в Испании. Я познакомилась с Оксаной Майковой, прошла за 7 дней тренинг и получила от нее, собственно говоря, массу информации, ценной информации, которой можно воспользоваться при уже, так сказать, поездке, при осуществлении сделки. Я получила от нее за время проведения тренинга не только устную какую-то информацию, но и документацию. Ответы на все мои вопросы, связанные с приобретением недвижимости. И все это за 7 дней нашего общения, по 1 часу в день, в скайпе. И я благодарна за ту полезную информацию, полученную от нее, потому что, собственно говоря, она бесценна, в силу того, что те подводные камни, которые я предполагала, возможно, как бы независимости от страны, в которой ты приобретаешь недвижимость, а тем более, тем паче в той стране, в которой ты не знаешь и в которую ты едешь, вот эти вот подводные камни я в том числе узнала и заранее, я, так сказать, проинформирована, еду с тем, чтобы посмотреть недвижимость и, возможно, приобрести ее. И еще один момент, что касается Оксаны. Оксана, она настоящий профессионал. И главное, за период нашего общения у меня возникло вот это чувство неподдельное доверие. Доверие к человеку, как к человеку, к Оксане, и как к профессионалу. А это немалого стоит. Надеюсь, что вы еще услышите продолжение этой истории, так как завтра я уже вылетаю в Испанию. Всего вам хорошего!